такое общественная организация, что такое гражданское общество? Это страна. Она так или иначе, оно, это общество так или иначе структурировано, но в совокупности страна и есть. И, конечно, вот в этой стране выделяются люди с особо активной жизненной позицией. Межрегиональная общественная организация «Содействие развитию гражданского общества МЛАНа» осуществляет свою деятельность в направлении всестороннего развития и патриотического воспитания гражданского общества. Наша организация ведет свою деятельность в 13 регионах России. Символом программы, в рамках которой действует наша организация, является 12-лучевая звезда, где каждый лучик олицетворяет одно из направлений деятельности. Направление созидания – это качественный труд людей, направленный на приумножение всеобщего блага. В рамках этого направления создана программа «Златоград. Кузница истинных мастеров», где каждый мастер в избранном направлении труда старается достичь вершин своего мастерства. Патриотизм. Благоустройство территории памятников. Организации и проведения мероприятий, посвященных знаменательным датам России. Экологическое направление. Это озеленение и благоустройство села. Это создание парковых зон. Создание эксклюзивных природных объектов, направленных на приумножение источников красоты окружающего мира. Краеведение. Разработка и реализация программ по изучению истории и культуры своего края. Краеведческий познавательный оздоровительный туризм. Направление «Семья». Создание гармоничных семей. Популяризация традиционных семейных ценностей. Гармонизация внутрисемейных отношений. Создание Академии семьи. Направление «Работа с детьми». Задача направления – создание и реализация программ, направленных на нравственное воспитание детей, раскрытие талантов, способности. Ведется строительство детского центра развития одаренности у детей. Содействие развитию молодежного движения. Задача направления – помощь подрастающим поколениям, самоопределение в жизни и формирование у молодежи активной жизненной позиции. Направление «Здоровье» – это пропаганда здорового образа жизни. Ведется реализация оздоровительно-просветительских программ. Мы занимаемся развитием физической культуры, строим семейный центр совершенного здоровья и долголетия. Направление «Дружба народов». Это направление занимается разработкой и реализацией программ, направленных на укрепление межкультурных связей. В рамках данного направления мы сотрудничаем с Ассамблеей народов России. Содействие развитию культуры и искусства. Реализация культурно-просветительских программ.
проведение концертов, творческих вечеров, выставок, участие в культурно-массовых мероприятиях. Направление содействия развитию образованию и просвещению. В рамках данного направления происходит создание и реализация совместных программ с образовательными и высшими учебными заведениями, создание мастерских, где студенты колледжей и вузов могут проходить практику, участие в научно-практических конференциях, написание статей, книг, издание газет и журналов, чтение лекций. Социальная работа. Работа с разными категориями граждан. В рамках данного направления ведется работа клуба для людей старшего поколения «Вера, надежда, любовь».